друзья, идем мы в Большой Мигрос. С начала августа у нас идем смотреть цены на продукты питания, которые поднялись за последние, скажем так, месяц-полтора. Это Большой Мигрос, который в Тоскборе находится. И не было я здесь, ну, довольно давно. Я даже не знаю, когда я здесь был последний раз. Идем смотрим цены. Так, авокадо 19,90, манго 39,90 за штуку. Бананы 69,90, это не турецкие. Черешня за кило 89,90, трэш цена. Виноград 43,90, ну все. Не все, виноград и черешня в два раза как минимум дороже, чем на рынке. А вот персик на рынке дороже, на рынке был по 50, то 29,90. Абрикос 54,90. И здесь пакетами черешня по полкило, фасованная 29,90 полкило, яблоки 19,90, раскупили, это дешевле, чем на рынке. Пепинки, боже, они уже на кило продаются, друзья, пепинки уже на кило продаются. Наталья, Сережа, привет, пепинки. Арбузы тут разные, есть по 19,90 за кило. И дыня 14,90 и 24,90 за кило. Большой арбуз 9,90. Ну, это, наверное, сейчас уже хорошая цена. Ух ты, классно, вкусно. Рыбный отдел здесь сделали. Боже, как же я давно здесь не был. Здесь уже рыбный отдел даже появился. Можете себе представить. Это да. Так. Помидоры 27, огурцы 29. Маленький помидор 45. Перец 45. Капи 59. Вау-вау-вау. 32 пембоки, помидоры, кабачки не вижу. Цены. Лимон 22 за кило. Грибы 800, вес 79,90. Морковка 250 грамм, 14,90. Так. Белый нектарин, друзья, я его показывал. Белый нектарин 64,90. Вот такой вот. Он очень вкусный, кстати. Попробуйте, кто никогда не ел. Мне он больше нравится, чем обычный нектарин. На абрикосу похож ли? Нет, на абрикосу не похож, но интересная очень штука. Попробуйте обязательно. Яблоки 32 и 29,90. Яблоки, апельсины. Апельсины. Сотала. А, это нектарин 46. Апельсины не вижу цену. Кроме цены на апельсины, сливы большие, крупные 35,90. Рыба. Ну, по акции ничего не вижу дешевого, как бы, в принципе, ничего нет. Кефаль вижу, самая дешевая, 109, чипры не вижу. А вот 99,90, кстати, дорада. Ну, хорошая цена, в принципе, 99,90. Думаю, не взять ли ее. Может быть и взять. 99,90. Хорошая цена, правда. Так, сейчас Рома пока подумает. Это грамм такая по 600, наверное. Одной будет мало, две будет дорого. Вот, подумай. Сейчас. Куплю все-таки, потому что я давно не ел дорадо. Она в основном по 150 была. Лук 18,90. Картофель 17,90. Капусту хочу потушить, никакая не куплю. Капуста 13,90 за кило, я думаю, на рынке дешевле, наверное, будет. Свекла 24,90 за кило. 24,90. Возьму пару штучек икру, поджарю быстренько. Здесь, друзья, товары для СССР, творог и сметана. Я не пробовал, честно скажу, ни творог, ни сметана. Цены. Вот, я не вижу, там мелко написано, вот указано цены и вес. Крема сметана 300 грамм, 67,90 сметана и 102,50 за 650 весом. Ну, не дешевая, не дешевая. Конечно, не дешевая, друзья. Сгущенка тоже теперь постоянная, и 62,90, вот это вот. 2,90. Ну, несмотря на все курсы лиры к доллару, все равно считаю это дорого. За 350 грамм 62,90. Моцарелка 200 грамм 63,90. Вот такая.
Пенер, пенер, сюзьмэ, пенер, вкусный, мягкий, в рассольчике, 750, вес 79,90, цена по акции сегодня. Эти сыры, не пойму, здесь 600 грамм, 163. Лор пенер, это для вытяжки. Лор пенер, 37,90 за полкило. Это вкусная для выпечки. Делюсь секретом. Пару луковиц, свекла натирается на терке, и одно яблоко. Даже морковка не нужна, друзья, это бомба получается. Кефир 26,50. Безлактозный, ого, безлактозный 34,90. Как цену подняли на безлактозный. Каймак 46, маленькая баночка. Айран 23 с копейками за... 1,5 литра, наверное, там. Так. Сыры. 46. Сколько там вес? Полкило. Рассольчики. Сюзьмэ пенер 61. Это тоже полкило. Йогурт большущий, друзья. 64 ведерка. Там 3 кило. 60. Извиняюсь, 69,50. Сыры, вот вы цены видите на них. Тава йогурт, вы знаете, что такое тава йогурт, напишите. Кай молды тава йогурт. Тазе. Так, это что за? Нет, это лобные 19,50. 26, 19,50, это вот по акции типа. Лобне, Атазе где-то рядом должен быть. Я Атазе больше люблю, чаще покупаю. Сыр такой вот в рассольчике 51,90 шариками. Тут сыр он 71,58 пачка. Помидорчик, вот это самая вкусная. Вот эта фирма, я не могу понять где. А вот она, 150 вес, 37,90 еще стоит эта пачка. Они очень вкусные, именно вот эти вот. Они со специями классными. Вообще то, что надо, она на 69,90 штук. Так, и моя рыбка получается на 101 лиру. То есть то, что ровно нужно на раз покушать, как раз кило получился. Как я угадал, четко, ура. Потому что я рыбу ем без гарнира, ее сразу делаю, ем максимум с овощами с какими-то. Так, что у нас здесь? Блюберри 125 вес, 34,90. Кумкват, я не могу понять, когда сезон кумквата. Что-то я его провтыкал. О, опять красная смородинка появилась. 139, наверное, лир за 125 вес. Видите, начинается потихонечку. Начинается. Здесь это лайма, да? Кстати, лайма очень мало почему-то на рынке. Лайма 44 за 3 штучки. Так, незапланированная рыбка, но рыбка это всегда приятно. Яйца, лоток. 30 штук, 76 лир есть и есть 89,75. Уже у нас почти 3 лира яйцо выходит. Суджуки, друзья. Где суджуки? Суджуки за колечко. 90, 156, 169, 120, 118. Это дана все говяжьи. Куриные суджуки, они невкусные. Очень редко бывают вкусные куриные суджуки. Очень редко. Сосиски 42, 24. Это за пачку. Так. На джамбона такое 77,90, 63 колбаски маленькие, 11, 17, 13 разные. Масло сливочное, значит, пачка 250 весом 44,50 и 56,90. Вот есть 37,50, 125 вес пачки, правда? 125 реально, ну да. И маргарин я не показываю, есть вам не советую. Так, давайте еще по-нибудь пройдем. Манты вот такие красивые. Люблю это все. Ну, то, что перед вами. И шакшука, и хумус, и даже руссалат. Да. Я прав, сарма, конечно же. На что скидка 20%, я не понял. Сэндвич. Какая-то одна маска, что ли, для бутерброда, типа. Молоко Мигрос литровое 18,50 цена. Так, ничего не забыл.
для свеклы. Ну да, свекла, яблоко, лук у меня дома есть. Фарш меня интересует. Честно, хотелось котлеток. Я думаю, куплю сейчас фарш, он со скидкой, типа, только я цену не вижу. Где цена на фарш? Где-то около 100 лир он стоит со скидкой. Это 400 грамм фарша говяжьего. Хотел фарш, потом попал на рыбу. Ну, рыба будет полезнее, конечно. Вот эти штуки тоже для людей стран бывшего Советского Союза. 56,90 за 100 грамм. 56,90. Это что, 560 получается за кило? Да? Ну да. Курочка. Значит, вес за кило, друзья. 99, 162, 96, 90. Да, за кило здесь цена по-любому. 139 крылышки, 139 филешка, 111, 119. Окорочка, ножки 69 за кило. И курица, где целая, ниже вот окорочка 54. Курица целая ниже, ножки 75. Еще ножки стали дороже, чем 79. Странно. А курица целая не вижу сейчас здесь. Или шницель 59 пачка. Вот это 59,90. Мясо давайте по ценам пройдемся. Дана это говядина в основном. Есть говядина, баранья. 109, 299, 355, 386, 369, 415, 262, 285. Вот такие вот цены, короче, я быстро пробежал. Здесь молоко, чай, давайте посмотрим килограммовый. Полкило вот такой Липтон Экстра Дэн, 98, 84, 34, 59, это полкило, килограммовый, 79, 142. Ну, в общем, разный чай, сахар за кило. Это ж кило, 28,50, да, вроде за кило. Дальше смотрим. Оливки на развес 97, 180, 185, 174, 105, 95. Рис килограммово 41 лира. Разные 76 даже. Разный рис. Булгур 27, 24 тоже разный. Модная паста такая 54 в стекле. Чечевица красная 39,90, вот эта пачка. Опять дорожает томатная паста, вот пока она есть по 30, но уже такая же по 50 весом, поэтому по 30, наверное, закончится, когда будет только по 50 томатная паста. Паста из перца еще дороже, она была всегда дороже, чем томатная. Вот это вот быстрый фастфуд, готовая еда, как бы и не вредная, в принципе, довольно вкусная, но я сейчас не могу себе позволить ее, потому что она стоит дорого. Мне надо таких пакетиков 2 съесть желательно, потому что один, а ничего. Как и суп этот, собственно. Мне супа таких 3 надо. Тут не только суп, тоже вот чечевица 16 лир. Ну, в принципе, 2 нормально. Вот это вот 51. Супы по 10 лир даже есть, он по 12. Это тоже, опять же, мне надо таких супа 2 или 3, чтобы съесть. Чуть-чуть почувствовать. Кстати, возьму чечевичного, наверное, парочку. Почему бы и нет, на 20 лир будет. Все вкусное, оно все готово. Его можно разогреть, а можно и не греть. Барбоня пилати 29 сейчас стоит, которую я покупал, помните, по 4,50, когда-то 80 банок, да? Здесь, смотрите, вот картошка с курицей, допустим, он готовый пакет. Тут снул там что-то. Тут очень разные, очень вкусные вещи. Булгурчики, снул там, есть киноа или еще с чем-то, фасольки готовые. В принципе, есть кое-что, что сейчас по ценам более-менее нормально. Боже, перец 72 лиры, он же 20 стоит в биме такой сейчас. Масло кукурузное, это 2 литра 74,50. Подсолнечное 2 литра 98. Подсолнечное самое дешевое 29,90 за литр. Подсолнечное оливковое 221 за литр. Го. Оливковое 299, 300 лир, короче, за 2 литра. Вот эти вот. 278. Оливковое очень подорожало. Сейчас масло авокадо 229. Может, кому-то надо. Карри приправу в каком я магазине покупал? Что-то я не вижу. Шуки, что ли? Или вас 101? То нет, сейчас покажу вам хоть какую-нибудь. Смотрите. 94. Вот эти вот три баночки. 102.
Наггетс разные есть. Вот такой вот в пакетике 46-43. Пакетики, кстати, ни разу не брал. Вот это вкусная дарданель, вот это хамси и сардали. Сардалия вкусная. 46 была когда-то. 15 лир. Кукурузка 26-22. Так, пепси полторушка 23, кола большая, это не 2 литра, это 2,5. 40 лир, что ли? Да ладно. Подорожало так получается. Литровая 23. Соки. Соки 28. 32. Сильно дешевый, не вижу, почему, но есть дешевле, там 28 еще. Да, цены на все. Поднимается и поднимается. Удивительного ничего нет, потому что лира, конечно, совершает полетики. Так, это апельсиновый напиточек местный. Точки вот такие 6,50 влажные. Так, в этом я не разбираюсь, друзья. Вот ценник могу вам показать. И вот эту пачку 4 чего-то. Такое 2 написано, там 164. Аптамиль 419. Боже, как дорого быть ребенком. Моя женщина. 419, она сколько хватает этой баночки? Я в шоке. Бодилак вот такой 179 пачечка. 100-граммовый вискас сейчас 50 лир стоит. Это мне таких на день надо 4 пачки, как минимум 300-граммовых. Банка 48. Феликс еще дороже. Боже, 52. Шел то, зачем я пришел по 25 лир. Класс, черные масочки мои любимые. Думал уже, что нет. Что, друзья, вот такой обзорчик получился. В этих штуках я тоже не разбираюсь, показал бы вам с радостью. Могу только показать, да, вы можете прочитать и показать вам цены. Для стирки, для полоскания, видимо, емкость вы видите. Цены. Персила такой вот, Power Gel 132. Ferry 38. Капсулы. Раз лоханулся, купил, думал, для стирки. Я привык стирать капсулами у себя на родине. Здесь их, по-моему, для машинок вообще нет. Купил, показалось, для машинки. Пришел, потом оно оказалось для посудомойки. Блин. Все, друзья. Спасибо за лайки. Кто решит меня поддержать, ссылочки на донат в описании. Также, кто увидит ссылочку и станет моим спонсором на сайте Patreon, спасибо вам большое. Алания, начало августа. У нас вот такие цены на продукты питания.